Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале «А жизнь идет своим чередом». Машенька Машуня Черняк. Сейчас у меня будут вот такие видео. Где-то хорошие, где-то интересные, где-то неинтересные. Вот такая погода нынче. Ой, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Снимать долго не могу. Пишите комментарии. С вами Мария. Опять видео из окна. Видите, у нас... Сейчас я попробую приблизить. Каток, каток открыли. Все, зима идет. Немножко похолодало. Уже все, уже у нас каток работает. Лето, осень, весна закончилась. Будем с вами ходить на каток. Будем. Я вам покажу красоту этого катка. Ну что, опять о природе. Ветрено. Но не холодно. Но ветер так пронизывает. Тепло. Одевайтесь, если выходите на улицу. Лайфхак кормушка. Видите, если кто хочет помогать птичкам. Даже из коробочки Геркулеса. Пусть даже до первого дождя раскиснет. Но все равно приятно, да? Подошли мы с вами к храму. Зашли на его территорию. Чистенько, так аккуратненько. А там дальше виднеются Борисовские пруды. А в этом храме в 1897-1980 годах трудился мученик-миссионер Алексей Данилович Зверев. Расстрелян 27 августа 18 года. Святые мучения Алексей, моли Бога о нас. Вот такая надпись, такой крестик на храме. Второй крестик. Храм Живоначальной Троицы в Борисове. Построен и освящен в 1873 году. Вот так он выглядит, этот храм. Я уже неоднократно его показывала на своем канале. Пошел опять мокрый снег. Погода, конечно, осенняя. Ничего с этим не поделаешь. А теперь показываю, какой же здесь вид. Какой вид. Представляете, прямо от храма вот так вот Борисовские пруды. Сейчас мы туда пойдем. Вот они, обалдеть, они замерзли, представляете? Вот это да. Вот это да. Сейчас мы туда спустимся. Так тихонечко пройдемся. А здесь недалеко, я вот уже рассказывала, футбольное поле. И ребята по субботам и воскресеньям, вообще, почему-то я так замечаю, что по субботам и воскресеньям они играют в футбол. Такое Божье благословение получить. Ой, зашли цвет. Вот здесь такие лавочки поставили. Вот сидите, смотрите. Хотите на пруды. Хотите на храм. Такая живописная зона. Чудесно, да? Мне очень нравится. Чуть-чуть, совсем недавно здесь такого этого не было. Представляете, прихожане могут выйти из храма и сидеть спокойно здесь, смотреть, наслаждаться. Ну, надо же. Или было, я запомнила. Нет, не было, потому что асфальт вот свежий. Не было, только недавно сделали. Вот мы спустились ниже. Вот так храм возвышается на холме.
Этот храм, как он виднеется с Борисовских прудов. Спускаюсь я вниз. Спущусь сейчас. Здесь тропинка. Грязная, правда. Грязь. Снег идет. Интересно, видно вам? Нет? Вот крупинки такие. Вот. Видите, уже немножко перестает. Ой, крыса побежала. Это обычно что-то видишь и не заснимешь. Такой склон. Сейчас мы пройдем с вами. Опа, спустилась. Мне из видео очень много видео. А, мальчишки идут. О, мальчишки есть, мальчишки. Очень много видео есть. Летом мы на этом в прудах. Вот видите, как сколько замерзло. И вот отошла вода. Отошла. Летом было очень много воды. Сейчас она отошла. Отошла вот так вот. Не, ну это я первый раз за свою жизнь я. Вот я прекратила первый раз за свою жизнь, потому что меня почему-то стало искажать. Наверное, от снега. Первый раз в своей жизни я вижу, как замерзают пруды. Когда уже замерзшие зимой, мы с вами здесь были. У меня есть видео. Летом, зимой. А вот поздней осенью, когда они замерзают. Нет, я не думала, что они уже замерзли. Надо же, а? А еще как таково минусовой температуры не было. Почему-то начинает... А, сейчас нормально, да? Сейчас нормальное изображение. Чуть повернешь камеру. Это на погоду вот так вот. Классный вид, да? Вот так берега замерзают. Я смотрю на Ютубе, сейчас показываю где-то там Черное море, Крым, какие там красивые берега, как люди еще купаются в Индии. А у нас вот так вот. Это Москва вам, это Москва. Ну, через недельку, через два, через две вообще все замерзнет, да? Ну, пройдемся по берегу. Сейчас, вот, видите, опять никак не могу. Знаете, пойдем-ка мы лучше по песку. Я еле-еле вышла, у меня скользят ботинки, хотя ботинки не скользкие. Лед прям, ого, какой. Мальчишки тут бегали. Они не бегали, палки бросали. Я не знаю, как они вышли. Они такие, так и ходят, вот бросают какие-то камни. Наверное, ботинки мокрые, это уж точно. Погуляем с вами по песчаному берегу. Чудо-берег, чудо-берег. А летом мы здесь плавали и загорали. Сейчас просто дышу. И еще раз дышу. А вот и пляж. Осенний пляж. Все позамерзало. Снегом завалило. Не позагораешь. Как вы думаете? Все так оградкой занесли. Все обнесли, чтоб народ не нырнул. И все поставили ограждение. Пляж закрыт. Хотите вы этого или не хотите? До лета, зонтики, до лета! Вот так вот храм я вам показываю. Слышите, шумит, здесь идет фильтрация.
не увидим, конечно. А, нет, ничего не видно. Давайте, все. Всем здравствуйте, меня зовут Алексей Стеценко, я врач-терапевт-соматолог. Но сегодня у меня выходной день, и я просто рыбак. Сегодня мы попробуем в эту замечательную теплую погоду, попробуем поймать щуку. К сожалению, наши Борисские пруды уже почти все промерзли. Но есть место, недалеко можно показать его там, которое местные рыболовы, особенно спиннингисты, кто занимается спортивной рыбалкой, называют очко дракона. То есть сейчас я вдену буквально два колесика, чтобы не отлетаться. Но, к сожалению, я думаю, сейчас рыба не очень активна, и мы попробуем с вами что-то более интересное, либо для окуня. Вот такие вот есть червячочки разные, как и маленькие лягушата. Либо что-то на щуку, я думаю, какой-то цвет. Вот, самый популярный на окуня и на цвет, вот этот зелененький. Можно даже вот этот зелененький, темный. Но он совсем какой-то темный. Вот они, все какие есть. С этой стороны, вот с этой. Можно вот на эту попробовать. Грузик, да. Так называемая проща. То есть была палка, она раскручивалась. А потом человек мне сказал, слушай, что-то вот ты как-то мало зарабатываешь. Вот я спускаюсь к одному из родников. Такие ступенечки, лесенка такая пешеходная. Если можно велосипедом проехать, видите, как хорошо. Специально вот такая металлическая, такое желоба. Но здесь и водичка стекает. Если большой дождь. И на велосипеде можно проехать. Но обычно я вот рядышком вот так вот проезжаю. Сама иду по ступенечкам, когда я еду на велосипеде. Сегодня, конечно, пешком. Вот выход и в эту сторону, и выход в эту сторону родничка. Водичка чистая. Всегда летом пьем. Возьмешь из дома водичку. Жарко-жарко. Выпьешь ее. А потом с пустой баклажкой идешь еще за водичкой. Не знаю, все пьют, и ничего с нами не происходит. Нормальная вода, родниковая водичка. А это вот так вот замерзли уже. Ну, они еще не до конца замерзли. Мы с вами еще придем сюда не один раз, я считаю. Стемнело. Здесь шашлычки готовят. Очень жаль, что стемнело, повалил снег. Я случайно на Борисовских прудах, сейчас я нахожусь в этом парке рядом с Борисовскими прудами, встретила рыбак. Он как бы так активно. Ой, снимите меня, раз вы на Ютубе выставляете видео свои. Вот. И темнело, погода мерзкая, конечно. Очень жаль, то я засняла, как человек ловит рыбу, но там будет темно. И как-то неприятно в такую погоду мерзкую все это снимать. Я немножко побыла там, с ним поговорила. Он грузиком пытается пробить лед. А я пошла дальше. Кормушки. Почему-то бордюрчиков нету. Странно. Оно же все высыпется. Это бордюрчик делать. Красивая, очень оригинальная, но вот немножко недоделанная. Сейчас идем к второй. Вот видите, как умно. Даже вот такие. А это уже с бордюрчиком. Слышен колокольный звон. Наверное, плохо слышен, да? А снег идет вот такой крупинками. Видите, сколько уже засыпало за это время. Вот так стемнело. А только 5 часов. Иду домой.
снимать уже невозможно. А хотелось бы, прям настроение такое, поснимать бы то и другое, и третье. Видите, оно даже не дает мне нас. Вот так дорожки снегом замело. Не перестаю наслаждаться этой картиной. Вечер, темно, плохо видно. Но здесь уже елочку поставили. У меня есть видео про эту клумбу. Ну ладно, я и сейчас хочу немножко вам ее показать. А вот, вот такая погода. Ну что, вот такие теперь будут видео. И снег, и дождь.